Привет, друзья! О поставках на Украину около 10 немецких танков «Леопард-2» заявила Польша. Скорее всего, будет поставлена ранняя версия танков «Леопард-2 А4». Модификацию танка «Леопард-2 А5» скорее всего Польша оставит для своей армии. Немецкий «Леопард-2 А4» – самая массовая версия танка, построена их с 1985 года около 2500 штук. С 2000 года Германия начала их распродавать. «Леопард-2 А4» оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой Л-44. Перезарядка орудия осуществляется вручную заряжающим. Дальность прицельной стрельбы орудия в статическом положении – 3500 метров. Танк защищен трехслойной комбинированной броней. «Леопард-2» участвовал в боевых действиях в Афганистане и неплохо себя показал в качестве поддержки пехоты. В боевых действиях Турции в Сирии в первый день боев было потеряно 10 танков из 30. Поражение танков производилось с борта танков американскими ПТРК Тау-2, ПТРК России и гранатометами РПГ-7. Стоит отметить, это произошло из-за неправильной тактики применения танков. Несмотря на это, не стоит недооценивать машину. Танк популярен во всем мире и стоит на вооружении 18 стран. Конкуренты немецкому танку – поздние версии танка Т-72Б и Т-90 разных версий. Это поверхностное сравнение. На «Леопард-2» установлен двигатель мощностью 1500 лошадиных сил, способный разогнать 56-тонный танк до 60 км по пересеченной местности. Экипаж танка – 3 человека. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.